Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, что такое магия? К ней мы обращаемся в то время, когда надо решить некую проблему. Заглянуть в будущее, приворожить, отворотить или исцелить человека, когда официальная медицина бессильна. Магия бывает белой и черной. Белая исцеляет, черная наводит порчу, но исцелять с ее помощью также можно. Маги, гадалки, экстрасенсы, шаманы. Всех их мы относим к магии, но сама магия распространяется гораздо глубже того понятия, которое мы в нее вкладываем. По сути, даже священнослужители являются магами. Да-да, не удивляйтесь этому. Любой обряд, где бы он ни проводился, несет в себе магическую энергию. По сути, это система мышления, при которой человек обращается к высшим силам с целью влияния на события или воздействия на состояние материи. Магическое действие, обряд или бездействие направлено на достижение определенной цели. Во Вселенной все пронизано энергией. Темная энергия способствует расширению Вселенной. Темная материя создает гравитационную силу и тем самым удерживает галактики и планетарные системы в определенном порядке. Пожалуй, это одни из главных сил во Вселенной. У нашей планеты Земля также есть своя энергия. О ней мы знаем со школы. Это магнитное поле Земли, которое защищает нас от губительной космической и солнечной радиации. И раз уж все пронизано энергией, то разумно было бы предположить, что все живое и неживое на Земле обладает определенной энергией. Люди, животные, птицы, растительный мир, вода, камни и так далее. А раз так, значит каждый из нас обладает определенными навыками и может энергетически воздействовать на окружающий его мир. Многие из нас и не подозревают о своих способностях. У кого-то они очень хорошо развиты с рождения, кто-то приобретает их на жизненном пути вследствие неких событий или психологических потрясений. Но магия действительно существует. Конечно же, не все так просто, как кажется на первый взгляд. Все дело в том, что все мы обладаем разной энергетикой. Да, каждый из нас может влиять на те или иные события в своей жизни, настолько, насколько хватает его энергии. Но вот колдуны, шаманы, экстрасенсы – это совсем иная категория людей. Эти люди наделены гораздо большей энергетикой, нежели большинство людей. И хороший экстрасенс, маг или шаман, если вы к нему обратитесь, сможет определить и сказать, в чем суть вашей проблемы. И дело тут вовсе не в психологии. Хороший маг эту информацию получает от вашей энергии и энергии космоса. Конечно же, с помощью магии невозможно получить некий эликсир молодости или долголетия, но исцелиться от тяжелой болезни или изменить некое событие вполне реально, так как магия работает на энергетическом уровне, воздействуя на энергетическое поле человека. И если вы хотите знать, как поступить в той или иной ситуации, то смело можете обращаться к гадалке, магу или экстрасенсу. А если человек предупрежден, значит вооружен. Главное правильно выбрать мага, экстрасенса, шамана или гадалку, дабы не нарваться на шарлатана. Помните то, что настоящий маг получает информацию о вас от высших сил из космоса. Вся магия построена на энергии. А маг выступает в роли ретранслятора и расшифровщика энергии, которая дается свыше. Высшие силы нас всегда предупреждают о неком надвигающемся событии. Эти предупреждения мы получаем в виде знаков, но далеко не всегда обращаем на них внимание, и еще реже можем их расшифровать. Но с помощью гадания или магии получить ценную информацию вполне реально.
А это значит, что мы можем изменить некое событие или, будучи предупрежденным, не совершить роковой ошибки. С помощью магии мы получаем ту информацию, которая дается нам свыше. И если дается информация о том, как избежать некого рокового события, то к этой информации стоит прислушаться. Так что же такое магия? Магия — это система мышления, с помощью которой человек обращается к высшим силам или энергиям с целью влияния на события или воздействия на материю, появилась на заре человечества. Если придерживаться теории о магическом значении, время появления магии можно отнести к периоду верхнего палеолита. В ранних формах социума магия еще не была отделена от других верований, так как в те далекие времена еще не существовало таких культовых должностей, как маг, шаман или жрец. Тогда каждый член племени в меру необходимости и своего понимания занимался собственной магической практикой, просил духов или тотемное животное о помощи на охоте, поклонялся предметам, приносящим удачу и так далее. Важнейшее значение имели групповые действия, необходимые всему племени, в первую очередь связанные с обрядами перехода, такими как роды, инициация, свадьба, похороны и охота. Столетия менялись одно за другим, а вместе с ними менялся и мир. Трансформировались культы. Развитие культуры и выделение особой социокультурной роли служителей различных культов, шаманов, жрецов, колдунов, постепенно приводят к трансформации магии из общедоступных практик в элитарную дисциплину, что, однако, не мешает сохранению огромного количества простых народных обрядов, доступных любому человеку. Это разделение еще весьма условно и связано с развитием политеизма, формированием культов отдельных божеств. Но уже в политеистический период, с уходом шаманизма, магические практики становятся одними из основных занятий жрецов. Так, например, магические и религиозные ритуалы в Древнем Египте были тесно связаны друг с другом и зачастую неотличимы, в связи с чем многие оккультисты рассматривают Древний Египет как родину магии. Большой популярностью у древних египтян пользовались предсказания, так как это был верный способ узнать божественную волю. Узнав предсказание, человек мог жить и действовать в соответствии с предначертанием. Самым же распространенным способом предсказания будущего в Древнем Египте являлись предсказания по сновидениям. Предсказанию по сновидениям обучали в храмах Гелиополя, где верховный жрец также носил титул «Великий провидец». Но самым знаменитым толкователем был Иосиф, который правильно истолковал сны фараона, после чего фараон приблизил его и сделал вторым человеком в государстве. Но магии не будет магии без любви и приворотов. Такая магия была и у древних египтян. Важным аспектом древнеегипетской магии был вызов каких-либо чувств у другого человека.
Но где есть любовь, власть и деньги, там есть и зависть. А где есть эта самая зависть, там есть и проклятие, которые также были очень распространены в Древнем Египте. Так, например, все египетские гробницы содержат в себе подробное описание того, что случится с человеком, который нарушит покой усопшего. В античной Греции магия была распространена не меньше, чем в Египте. В текстах Гомера магия встречается сплошь и рядом. И даже если исключить волшебные предметы, связанные с богами, такие как шлем Аида, сандалии Гермеса, а также такие мотивы, как превращение Цирцеей в свиней спутника Одиссея, там можно отметить однозначные магические детали, такие, например, как моли, растения, защищающие от магии, которые дарят Одиссею Гермес, упоминание лечебного заговора, ну и, конечно же, подробно описанный некромантический обряд. А это свидетельствует о том, что уже во времена Гомера у греков были достаточно развитые представления о магии. Магия делится на различные практики, такие как алхимия, средневековое мистическое учение, являющееся предшественником современной химии, направленное на поиски философского камня, который должен был служить чудодейственным средством для превращения неблагородных металлов в золото и серебро, а также для лечения всех болезней. Вуду, которая является древней санскритической системой. Религия вуду характеризуется большим количеством разнообразных божеств, принесением им в жертву животных и полным овладением над душой человека. Астрология – это возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга. Мартинизм – форма мистического и эзотерического христианства. Спиритизм – вера в возможность непосредственного общения с душами умерших, которые могут вступать в контакт с живым человеком, медиумом. Теургия – воздействие на божества, духов и демонов при помощи определенных церемониалов. New Age – это мистические течения и движения, в основном оккультного, эзотерического и санскритического характера. Магия черная и белая, магия денег, магия красоты, магия желаний. Во все времена люди желали больше, чем имеют. Выглядеть лучше, чем выглядят. Быть моложе, красивее и сильнее. У одних это получалось, у других нет. Для одних причина их бед всегда была ясна. Другие же не могли вырваться из замкнутого круга. Так было во все времена, так есть в наши дни. И, наверное, так будет после того, как мы уйдем. Ну вот, пожалуй, и настало время эпилога. Мы помним титанов. И люди по-прежнему, как и тысячи лет назад, расцветают и засыхают, как колосья на полях. Но их интерес к магии и сверхъестественному не умрет никогда. Берегите себя и своих близких. И не забудьте подписаться на наш канал. У нас будет еще интересней.